Секундочку, подождите, Володя, еще одну, пожалуйста. Слушайте, и нам нужно возрождение морали, прежде всего трудовой морали. Не проститутки, прыгающие по телевизору, должны быть идеалом, а настоящие трудяги, инженеры, врачи, учителя. Конечно. Вот эти люди должны быть героями, на них должны ориентироваться. Для этого убрать люди... эту шваль. Да, для этого эти люди сначала должны быть. Да. Мы... Они эти люди есть. Правильно. Их людей много, но, к сожалению, почему-то показывают именно проституток потому по телевизору. Потому что я буду показывать наших гениальных конструкторов, да. Я буду показывать людей, которым очень много лет, и которые будут рассказывать, как им долгие годы не давали себя восстановить. Поэтому дайте возможность героям вызреть, подняться, чего-то добиться.